Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого Владимира Набокова. Композиция называется «Россия». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Все равно мне, рабой ли, наемницей, или просто безумной, тебя назову, ты светишь, взгляну, и мне счастье вспомнится, да эти лучи не зайду, ты светишь, взгляну и мне счастье вспомнится. Дай эти лучи не зайду, ты в страсти моей и в страданиях торжественных. И в женском медлительном взгляде была, в полях озаренных, холодных и девственных, цветком голубым ты цельна, в полях озаренных, холодных и девственных, цветком голубым ты цвела. Ты в сердце Россия, ты цепи подножие, ты в ропоте крови, в смятении мечты. И мне ли блутать, это дверь без дорожья, мне светишь по-прежнему ты. Ты очень водила по рощам заплаканным, весной целовала ресницы мои. Ты в душных церквах повторяла за дьякона слепые слова их тени. Ты летом за нивой звенела зорницами. День зимний я бы не видел твой лик, ты ночью склонялась со мной над страницами властительных песенных книг. Ты сердце Россия, ты цепи подножие, ты в ропоте крови, в смятении мечты. И мне ли плутать в этот век бездорожья, мне светишь по-прежнему ты. И мне ли плутать в этот век бездорожья, мне светишь по-прежнему ты. Была ты и будешь, таинственно создан я из блеска и дымки твоих облаков. Когда надо мною ночь плещется звездная, я слышу твой вещий зов. Когда надо мною ночь плещется звездная, я слышу горящий зов. Ты сердце Россия, ты цепи подножие, ты в ропоте крови,
блутать. В этом веке здоровья мне светишь по-прежнему ты. И мне ли плутать в этот век бездорожья? Мне светишь по-прежнему ты. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фурмович. Музыкальная композиция «Экспромт». «Россия». Стихи Владимира Набокова. Музыка исполнения Самуила Фурмовича из цикла «Ожившая поэзия».